Евгений, с победой. Вы сегодня просто блистали на льду. 5 голевых передач, и у вас было больше голов, чем пасов. Что с вами случилось? Новый год, наверное. Без снега повлиял. Вот. Да ничего не случилось, просто бывает игра прям идет, все залетает, можно сказать. А бывает прям моментов много, и ребят не могут забить, сам не можешь забить. Сегодня так получилось, видимо, Дед Мороз услышал наше пожелание с 31 декабря на 1 января, и вот сегодня нам помог. А как вы думаете, вся команда загадала одно и то же желание? Ну, надеюсь, что да. Главная задача выйти в плей-офф, надеюсь, это у всех было желание главное, а дальше будет видно. Будем стараться дальше играть так же. Как вам сегодня игралось вообще после перерыва новогоднего? Да, в принципе, да нормально. А что, у нас уже были такие паузы, уже 10 дней были паузы, и, по-моему, даже побольше были. 7 дней – это не так много. Все знали об этом, вкатились быстро, я думаю. Видно было, да, сколько там, 5 или 6 минут сыграли, 3-0 уже стало. И, я думаю, проблем не было с вкатыванием в игру. Что скажете по сопернику, по новокузнецкому «Металлургу»? Ну, я скажу так, там играет первая тройка, да, бомбардиры все там вверху идут, не секрет ни для кого. Макс Китсон, да, проводит блестящий сезон. Ну и партнеры ему помогают хорошо. В принципе, я, наверное, думаю, что команда одной тройки, можно сказать. Там ребята, конечно, помогают другие, но не такой вклад вносят в команду, как они. Главное было их закрыть, но сегодня даже не смогли их, наверное, закрыть. Они сколько, 4 или тоже все голы, наверное, забили они. Вот. Ну, может быть, мы расслабились при счете 5-2, думали, что все уже сделано, а тут не тут-то было, и пришлось вот нервничать в конце немного.